Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В последнее время у меня ощущение, что не хочу себя ни к чему привязывать, не хочу обещать что-то выполнить, заводить новые отношения, которые содержат обязательства, планировать участие в каких-то событиях, которые будут меня держать во времени или в текущем месте. Что происходит, каковы могут быть причины? Ну, смотрите, что происходит? Происходит то, что вы боитесь ответственности. Вот что происходит. Вот. Происходит то, что вы опасаетесь ответственности. Происходит то, что вы хотите избежать ответственности этой. Вот. А происходит именно это, если говорить о том, что происходит конкретно. Вот. А причины этого, какие могут быть причины? А я бы сказал, что усталость от обязательств, а вот некоторая такая, можно сказать, вот степень разочарования в себе у вас. То есть, ну вот, вы устали, скажем так. Вот. А вы устали от тяжести. А вы устали от каких-то, ну, сомнений. Вы устали от несвободы и, по-видимому, каких-то претензий из-за этого к себе. Вот. Из-за этого все. Из-за этого все, что связано вот с какой-то активностью, вам кажется чем-то очень тяжелым, не приносящим никакого наслаждения, удовольствия. А все это только дает вам ощущение вот какой-то болезненности, да, вот чего-то неприятного очень. То есть эта проблематика, конечно же, личных границ в первую очередь. То есть если так происходит, значит вы не защищаете и не отстаиваете свои личные границы. Вот. Плохо говорите нет. Или вообще не говорите нет. Берете на себя возможно чрезмерное количество ответственности, чрезмерное количество обязанностей, вот, с которыми не можете справиться.
Вот. Вследствие чего у вас возникает чувство вины. Или ощущение какой-то неудовлетворенности. Или, может быть, чего-то еще, а может быть, это и то, и другое вместе. Вот. Короче говоря, речь идет о том, что вам некомфортно, очень некомфортно находиться в отношениях, потому что там вы чувствуете себя, грубо говоря, не свободны. Вот. Ну, идея в том, идея заключается в том, чтобы учиться быть в отношениях, да, и учиться быть в отношениях, вот, свободный, чтобы вы не чувствовали ограничений, чтобы вы действовали не потому, что должны, как это происходит сейчас, а чтобы действовали, потому что вам хочется, вот. И чтобы вы не действовали как-то, если вам не хочется, вот. Понимаете? И если это все будет, то ваша болезненность уйдет, конечно. Ваши страдания закончатся. Вот. Не нужно будет больше бегать, от чего-то бежать и так далее. Вот. Хотя сейчас вам, вероятно, это кажется чем-то из области фантастики. Вот. Конечно, тут есть некий такой элемент вашего отношения к себе, вот, что это вы к себе как-то так относитесь, что ситуация, которую вы описываете, стала возможной, но тем не менее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!